Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» — программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас невеста и три жениха. Сельский Кулибин Евгений, свободный художник Александр и романтичный киноман Дмитрий. А невеста у нас Светлана. Давайте знакомиться. Я не могу ни дня прожить без новых ярких эмоций. Поэтому сегодня я пришла на программу для того, чтобы получить положительные эмоции и, возможно, найти свою любовь. А в этом мне помогут мои подруги Даша и Татьяна. Светлана, 23 года. Не чувствовала себя женщиной рядом со своим избранником, поэтому предпочитала выяснять с ним отношения на кулаках. После очередной драки была изгнана свекровью из дома. Светлана по образованию эколог. Работает координатором рекламных проектов в клубной индустрии. Гордится тем, что не зависит от материальных ценностей и говорит на трех языках. Мечтает сделать татуировку с именем будущего ребенка. Предупреждает, что спит поперек кровати, не ест после 6 и постоянно путешествует. Светлана никогда не обратит внимание на мужчину с пивным животом и не ответит взаимностью невежде и эгоисту. Ее идеал – худой, образованный мужчина, который с легкостью цитирует произведения русских классиков, отличает Моне от Мане и не скупится на комплименты. Вы такой тонко, высокоорганизованное, такое духовное существо, и вдруг... кулаки. А что, в русском языке не нашлось слов, чтобы, допустим, как-то объяснить молодому человеку, чтобы он шел куда-то там? Вот, Ларис, просто я не люблю оскорблять людей. Мне это не нравится. Правильно, и сразу подкидала ему чего-то оскорблять. Совершенно неправильно. Я совершенно не сразу, да, мне сказали плохое слово, я сразу отвечу кулаками. Нет, это совершенно не так. А сначала я пытаюсь, знаешь, дорогой, но мне это не нравится. Ну, то, что ты надраться, конечно, любит, когда не может иногда словами переходить. Главное, чтобы она в студии меня не ударила. Ну, хорошо, а мама его была свидетельницей, да, как вы пацана заправили? Ну, мама как бы просто видела постоянно, то есть какие-то крики, слышала, естественно, это. И получалось так, то, что в очередной момент ей надоели 40 крики. Даже не то, что драки, как бы. Она вас выгнала? Она просто сказала, то, что мне уже надоели ваши крики, и давай ты собираешь вещи, и вот все, ты уезжаешь. А вы бы маменьке сказали, что она воспитала ленивца, транжиру, бездельника? Мама сама это знает, и мы сейчас очень в хороших отношениях и с мамой, и с этим человеком. Просто вот действительно романтически. Смотрите, вы жили у них, да, в семье? Да, я жила у них в семье, у них была очень большая семья. И вы зарабатывали деньги, а он их тратил? Было немножко не так. Зарабатывали и он, и я. Просто он такой человек, что вот он получил свою зарплату, ему важны в первую неделю какие-то развлечения, и на меня в том числе. То есть он мог... на вас же в том числе, между прочим, ведь не пропивал. Проблема была в том, что он не мог распределить свой бюджет. Ну не да, не похоже, это тусовщица. Не любит, да, тусовки такие. Я, правда, еще не услышала про это. Скажите, а какие у вас отношения были в семье? В семье были очень хорошие отношения. С мамой, я имею в виду, с вашей. С моей мамой у нас очень сложные отношения. Но, однако, маменька же вам дала это образование, привела любовь к книгам. И именно она вас научила отличать Мане от Мане. Поэтому... не только. В этом наоборот как раз. У моей мамы, когда я была маленькая, я очень много болела, поэтому сидела дома и читала книжки. И моей маме было главное наказание, когда там я игрушки не хочу убирать или еще что-то в детстве, это порвать мою книжку, которую я читала. Мама рвала ваши книжки, да. Она что, была истеричкой? Почему была? Осталась? Ну, иногда у нас возникает такой очень часто конфликта. Деремся. С мамой? И с мамой. А, конечно, воспитывать детей нужно с ранних пор. Что посеешь, что и пожнешь. Что же здесь говорить? А не боитесь, что у вас детки родятся и будет такая же модель отношений? Понимаете, я же говорю, я не поднимаю руку, если вот просто я не найду к человеку, его не ударю. Даже если начнет меня оскорблять тоже. Я пытаюсь всегда урегулировать конфликт словами. Но моя мама подойдет, начнет выяснять, начнет унижать меня тем, что вот у тебя там тогда тут уже не получилось, начнет меня оскорблять каким-то образом. Таким почему это унижать? Она просто вам объясняет. Говорит, Светочка, у тебя же вот однажды это уже не получилось. Может быть, стоит? Ну, знаете, как мне кажется, что близкий человек должен всегда поддерживать и подбодрять. А у моей мамы такая модель поведения, то, что она меня никогда не хвалила. То есть, вот все хорошо, хорошо учусь, там, олимпиады выигрываю, это норма. Порядок в комнате, хорошее поведение – это норма. Получила в первом классе двойку по поведению, она мне все, ты там ничтожный ребенок, я тебя отдам в детский дом, не буду тебя воспитывать. Но вот на мой сейчас взгляд, это самое ужасное, что можно пожелать. Но бывают такие мамы, извините. Ну, не, мамы плохие не могут быть. А вы нуждаетесь в маме, как в маме? Да. А в детстве нуждались? Да. Послушайте, а может быть стоит вам, ну вот сейчас есть возможность
уникальное, сказать маме что-то в камеру. Мамочка, я очень тебя люблю, вот. Я очень-очень уважаю тебя за то, что ты смогла вырастить меня одна, когда тебе никто в этом не помогал. Но мне иногда не хватает немножко ласки и какой-то поддержки, даже если я делаю ошибки. И я хочу, чтобы ты помогала мне не то, что не сделать вообще эти ошибки, а просто всегда меня поддерживала. И не хватает все-таки. У меня такая же проблема была с моими родителями, царство небесное, моя мама. Но я ее не простила как человек, потому что есть мама, как слово, вложенное в него, вся душа, и мы ожидаем, что именно образ матери, он не поступит. Но есть за образом просто человек, который, может быть, имеет дурной характер. Я об этом все время говорю, да. Мне кажется, Светочка, у вас, лично у вас, характер препротивный. Мало быть просто девушкой начитанной, образованной. Этого мало. Лариса, немножко да? Вот есть такой момент. Я не уживаюсь только с мамой. Я уживалась с родителями моих молодых людей, с которыми я жила. Как часто мы бываем совершенно прелестными существами при чужих и в своем собственном доме мы можем позволять себе что-то. Наоборот, здесь просто момент вот от каких-то конкретно маминых, да, моментов, которые мне не нравятся. Светочка, смотрите, вам всего 23 года, вся жизнь впереди. Несчастье матери наследует дочь. Да. Поэтому мне бы очень не хотелось, когда у вас родятся дети, чтобы они унаследовали вот эту холодность от вас. Не живите с этим, просто вот забудьте и все. Ну вот я как раз так и стараюсь, так как сейчас я могу, например, есть жить возможность отдельно. Жить отдельно, на да? Расстоянии с мамой прекрасные отношения, когда мы там раз в неделю... А где вы живете, Свет? Я живу в Подмосковье, мама живет в Подмосковье. Ну а вы-то где? Ну сейчас с мамой. Так, а так, я так понимаю, я периодически вы все равно скажите, там а мама друзья... не говорит вам, Света, ты уже взрослый человек, ищи, где тебе жить и живи самостоятельно. Она вас не выгоняет? Нет. Наоборот, она говорит, Светочка, живи со мной. Как раз наоборот, когда я уезжала на работу в другую страну, там были истерики как раз, потому что я вот должна за мамой теперь следить. Мама в детстве меня растила, кормила. А как же? Кормила. Мать не хотела отпускать далеко от себя дочку. Мама вас любит, у нее сердце за вас болит. Любит, у нее одна дочка. Я согласна. И вот не вы уезжаете любит. В Египет, устраиваете работу аниматором, да? И вам там строго-настрого запрещено заводить отношения с... Не отношения. Мне вообще запрещено было с кем-либо общаться. То есть как в клетке, как в тюрьме. А что вы говорите? Вам действительно запрещено заводить отношения с туристами и между собой. Также вы общаетесь друг с другом, ходите в свое там нерабочее время к другу попить чай и так далее. Вот мне этого было нельзя. Меня встречали с девочками, с подружками? Вы с подружками не имели права общаться? Я была одна девочка, одна русская девочка, остальные были молодые люди и все арабы. Да она куда поехала работать, это простите, аниматором? Да. Где она одна девушка, а все остальные арабы? Да и плевать на это, какие-то арабы там. У вас начались отношения с молодым человеком из Москвы, да? Да, не из Москвы, из России. Из России. Была у вас любовь, и однажды вас засекли, как вы от него из номера выходите. Он от меня уходит из номера, вот. На вас стукнули, естественно. В тот же час, можно сказать, меня уволили, но к тому моменту я уже не хотела даже работать. И у вас в другом отеле продолжились эти отношения? Да. Но через несколько дней он вывел вас на откровенный разговор и сказал, что он женат, да, у него ребенок. Что он женат и у него ребенок. Мужики до последнего молчат вообще о своей личной жизни. Не знаю, плохие мужики. Очень хотелось юного тела, судя по всему. Возможно, но при этом это был, ну, с его стороны не просто не позиционировалось, как и вот вы роман. Возвращаетесь снова к маме. Да. И мама что? Ну, нормально, снеслась. Девчонки, что вас связывает со Светланой? Дружба, отношения хорошие. Вам легко, комфортно со Светой? Да, но какая очень она веселый, подруга? Веселый человек, жизнерадостный. Рома, кстати, там девчонки-то в твой коленкор. Я могу поддержать только. Мне в дочери годятся. Вы знаете маму? Да, я знаю маму лично. Тяжелый человек? Очень тяжелый человек и даже местами просто неадекватный. Например, Светина мама постоянно мешала ее отношениям с другими людьми, с детьми. Постоянно влазила, постоянно считала, что ее кто-то портит. Она приходила даже к родителям друзей Светы и вот высказывала свое мнение. Ну, может быть, там была доля правды? Нет, я думаю, нет. Потому что это все в такой форме преподносилось, что просто было страшно слушать. Кстати, а почему ее маме не нравится абсолютно я все ее такое друзья? Встречался почти. Хорошо, давайте фантазировать. Кто нужен? Какой мужчина? Мужчина с большой буквы М. Мужчина, с которым я буду чувствовать себя женщиной. Как в туалете, что ли? Нет, почему? Я про метро, например, сразу подумала. Нет, не как в туалете. Не мальчик, не мужик. Мужчина.
Вот. Которого почувствует, наверное, то тепло и ту ласку, которую не почувствовала где-то в детстве. Даже не мечтайте об этом. Мужчина, муж, совершенно для других целей. Он должен быть партнером, другом. Она вот как раз хочет, чтобы от Мане от Муне отличить. Нет, а ты можешь отличить? Нет. Девочки говорят, что нужен мужчина, который додаст ту любовь, которую не получилось. Нет, я не говорю, чтобы он додал мне ту любовь. Просто чтобы у меня был близкий человек, с которым у меня действительно был дом, в который мне хочется приходить. Главное, что психически здоров. Да, это самое главное. Психически здоровый человек. А измены, простите? Скорее нет. Потому что, мне кажется, если человек изменил, то он не уважает в первую очередь себя. Они все изменяют. Ну, Роза, не все. Все изменяют, не надо, девочки. Если вы уж взрослые-то, господи. Все это только умные мужчины, порядочные, делают это втихушку, мозг никому не выносит. А нет, непорядочные не согласна совершенно. Не все мужчины изменяют, ну, все хорошо, очень по-разному. Девчонки, ну что, будем активны, начнем знакомиться с женихами, и там уже видно будет, да? Роза, что бы ты посоветовала невесте 23 года? Ты любишь такой товар? Да, товар перворядный, не лежалый, как говорится. Единственное, что, Светочка, не хватает, это готовность быть женой. Но не могу вас упрекать в этом вопросе. Почему? Эти все претензии к маме. Родители должны были, в общем-то, вам объяснять, что такое быть хорошей женой, уметь готовить, быть, ну, учиться, по крайней мере. Я умею готовить, люблю убирать. Да, ну, здорово. Но это быт. Внутреннее состояние-то, в общем-то, схем нет. Ну, ничего схем страшного. Нет. Сегодня попробуем разобраться, я рядом. Скажи, готовить-то я умею. Вообще профессионально. Не говорите больше, скажи, на пару. Вы родились в тот момент, когда восходила звезда с пика. Вообще, древние говорили, что это единственная звезда, которая дарует не деньги, не почет, а счастье человека. То есть возможность себя почувствовать счастливым. Но с пика это альфа созвездия Девы. Дева! Дело. Основная тема этого созвездия – оценишь, когда потеряешь. Вот я вам искренне советую не совершать тех ошибок в жизни, для того, чтобы не оценить их, ну, когда будет поздно уже, когда потеряете. Поэтому будете счастливой, как только будете ценить то, что имеете. Спасибо. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно. Спасибо. Оценил. Рыжий, что ли? Можешь его попросить? Нет, просто так. Ну вот, плиз, вам интеллектуал, изобретатель. Сколько, 300 тысяч книг прочитали? Нет, 3000. Нужно нам читать, некогда с тобой, Сергей. Женечка, а с кем пришел ты? Вот у меня брат и сестра. Родные? Да. Родные. Давайте на вас посмотрим. Евгений, 30 лет. Владелец ломбарда в Нижнем Новгороде. Гордится тем, что прочитал 3000 книг и изобрел автомобиль, который передвигается без топлива. Мечтает заняться сетевым маркетингом и жениться на красотке. Признается, что никогда не бросал девушек. Предупреждает, что не позволит использовать его любовь в корыстных целях. Возлюбленная Евгения всегда засматривалась на других мужчин и в конечном итоге изменилась с его родным братом. Надеется, что Светлана – девушка серьезная. Братик как-то так потукал в золото. Это не вы были этим братиком? Можно сказать, герой-любовник. Казалось. Да. Не страшно было приводить рядом брата, знакомиться с невестой сразу? Это мало ли сейчас увидеть. А это мог бы тест, девочки. Чтобы сразу проверить. Да-да-да. Проверка, наверное, самый верный метод. Ген, а сколько лет вам? 21. И уже вы насчитали, что у вас было 15 приключений любовных. То есть у вас было 15 девушек. Уже 17. Уже 17. Молодец, молодец. Пока вы читали за поем, ваш братик-то там и нацеловывался с вашей барышней-то? Ну, читать да мне нет, уже сейчас... Я, наоборот, в принципе, время правильно сделал. Потому что она делала вид, как будто она скромная. Ага. А на самом деле все не так. Ой, молодец, какой молодец. А что ж, когда брательник вышел-то, вы не перестали с ней целоваться-то? Они его не заметили. Да, она была сказать, а мы тренируемся. Если я там верная, то... Это не то, о чем ты подумал. Это не то, о чем ты подумал.
Но с другой стороны, девушка она должна свою голову иметь, царя в голове. Ну. Если она там верная, то она Юлеш, даже да. при а вы сильном так соблазне, ни в коем случае. Ну, то есть мне рассказали, как же мне не знать, я же их не сестра, не делится со мной их секретами. Ясно, мне очень приятно, что вы такая дружная семейка, да? Uh-huh. А нам мама тоже. С папой живы-здоровы? Да, разумеется, да. Здоровы. Живут, поживают, добра называют, можно так сказать. Нравится Светлана? Ну, очень. А вы еще, помимо того, что вы умный, вы еще, я так понимаю, и богатый, раз боитесь корыстных девушек-то. Девушки-то, они... Ломбард, хороший доход-то это. Доход, ну, так, от 20 до 60 в месяц идет. Ломбард, Новгород, уже стоит задуматься уже. Да. Есть что рассмотреть. Да. С Рюмочкой не дружите, нет? Нет. Нет, не выпиваете? Да нет, я вообще не пьющий, не курящий. Да? Ну, yes. А с братику шею не намылили после того случая? Ну, почему ж, да. Это, наоборот, спасибо сказал, надо так сказать. Ну, в принципе, за то, я что... все правильно сделал. За то, что он ой, мне... Ой, да ладно, сейчас, слышишь? Я все правильно сделал. Прямо грудью закрыл и амбразуру. Спух должен это отразить. Жена брата для нас, как женщина, не существует. Какого счастья для себя хотите? Ну, счастья. Ну, чтобы была любящая жена, чтобы у меня дом был к комфорту. И вот приходишь домой, чтобы любимая там была. Ну, или... совместные путешествия, там совместные хобби заниматься. Ну, и... А, Василий, скажи, пожалуйста, вот у Евгении была еще одна история, которая закончилась трагически. Это что, вот так звезды или просто случай? Знаешь, расскажите про девушку, которая разбилась, да? Ну, была у меня девушка, да, как-то раз в Нижнем Новгороде встретились мы у фонтана, она книгу читала. Ну, так я подошел, завязался диалог, общие интересы нашли. Вот, ну, начали встречаться, любили друг друга одно время. А потом, ну, она ко мне ездила на машине, и вот случилось, что в КамАЗ врезалась. А Василиса, посмотри-ка там, может быть, закончились все эти несчастья? Я нет? могу только одно сказать достоверно. К сожалению, у нашего героя совершенно неизвестно время рождения. Точнее, вы указали его как полночь, 00. Но это уже понятно, что это время очень примерное. Вот история с братом, например, подтверждение в гороскопе точно... находит. А вот по поводу всяких кармических сложных вещей с девушками, с погибаниями, ну, надеюсь, что это из другого гороскопа, надеюсь, что время рождения другое. Девчонки, есть вопросы? Нет? К Жене? Ну, хотелось бы, чтобы, наверное, сестра или брат рассказали побольше вот вообще как, о жизни, расскажу. Как он проводит досуг свой, когда... Или все это всегда книжки на рабочем? Читает. Ну, почему же? Только книжки? Вот это ты изобрел. Что там ты изобрел, да, вот изобрел. Машину изобрел. Изобретатель, писатель. Кормит сама себя, едет. Зачем сама это? Ездит? А что, он учился это? Да нет, у меня что, это никому не востребовано. Да, а может быть, еще он и сюрприз какой-нибудь клевый приготовил? Ну да. Ну давай посмотрим. Сейчас мы переоденемся тогда. Пожалуйста, мы вас ждем. Uh-huh. Пойдем. Да, это я не конкурент. Нет, может, он сейчас выдаст на сюрпризе. Нет, я думаю, что давайте подождем, мы не будем делать скоропостижных выводов. Да, может, сейчас сюрприз завлечь. Скучаю я тебя, письма не получаю. Ты далеко, и даже не скучаешь. Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко, я по тебе скучаю. Я тебя, письма не получаю. Ты далеко, и даже не скучала. Но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала. Я далеко от тебя. Рассказать, как живешь и как тебе там сложно. Я обещал не страдать, страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, дрожь, я тебя, не страдаешь я тебя. Зря поверю я в твои признания. Да, может это было зря, может это было зря. Ты скажешь, что за наказание?
Нам по 300. Мы также сбацаем. Не хуже точно. Огонь. Максимум по 350. Браво! Спасибо! Спасибо, дорогие мои! Спасибо, братья и сестры! Проходите в свою комнату. Пойдем. Ой. Вот тут работаешь, работаешь. А может, ну его все к черту. Уехать вот так в Нижний Новгород, в клуб, накатить стакан. И вот чтобы меня уставшего с ним колбасили. Счастливые люди! Да. Счастливые! А тут жизнь проходит, как дети подземелья. С утра до ночи. Очень мне понравились они, как цветы. И брат просто практически герой. Прикрыл. Брат спас брата, да. Татьяна, Дарья, ну, не захотелось в Нижний Новгород, нет, чтобы так вас поколбасило? Нет, я вали 10 лет назад, честно говоря. Значит, вы еще так не надорвались, как я. Света все-таки, я думаю, привыкла к таким московским тусовкам, и я не думаю, что это ее могло как-то заинтересовать. У меня слишком высокие самооценки, заметьте? Он очень, а девочка как сестрица, эко заломала там. Прям думала, сейчас сломается в пояснице. Понравилось тебе, Роза? Понравилось. Спасибо. Спасибо. Послушай, мой хороший, вот ты хочешь преданного мужчину, да? Так вот, вот он тебе, он и обласкает. Преданного мужчину ей надо, видишь? Чем я не подхожу? И семья, смотри, какая хорошая. Сама себя слышишь сейчас, нет, там... Роза? А что ты? Ты своей дочке пожелай. Ладно, где она, где моя дочь? Ты сравнила, я у меня... Там, знаешь, какие планы-то, там, президенты всякие. А что это так? Вася, как тебе? Удивительно и действительно. Еще Остап Бендер говорил, что в центре таких джунглей давно нет, как на периферии. Конечно, искренний, открытый в своей простоте, нам, москвичам, ну, немножко забавный, потому что они же музыканты. Ты просто пьющая, Вась. Ну, может быть, не знаю. Ему очень сложно найти идеальную для себя девушку, потому что нужна не красавица, кстати говоря, нужна тихая, заботливая, очень спокойная девушка, которая вместе с тем для него будет интеллектуальным идеалом. Невеста и... среднего красавица, среднего. Ну, среднестатистическая, но зато верная, может быть, будет. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Ну, берите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандеву с нашей невестой. А пока реклама. Оставайтесь с нами. Давай поженимся. У нас в студии Светлана. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Привет. Привет. Меня зовут Александр. Приятно. Мне приятно в этот вечер, так сказать, пообщаться с тобой. Потому что ты произвела на меня впечатление интеллектуальной девушки, которая ценит искусство. И, в общем, я полон, так сказать, положительных эмоций. Спасибо. При встрече с тобой. Спасибо. Проходите. Взрослый мальчишка, да? Здорово, братишки. Здорово, сестренки. С кем вы? Я с моими друзьями. Вот это Сергей и Роман. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Александр, 42 года. В прошлом дизайнер интерьеров, сейчас мастер тату. Любит смотреть американское кино без перевода. Гордится своим трудолюбием. Мечтает наладить бизнес, встретить женщину, похожую на Кэт Вон Ди, и посвятить свою жизнь путешествиям. Предупреждает, что его жена не должна бояться мотоцикла. С появлением мотоцикла в жизни Александра его жена перестала разделять его взгляды на жизнь и ушла. Надеется, что Светлана окажется девушкой свободной от предрассудков. Я женился 21 год, моей супруге на тот момент было 18. А скоро родился ребенок? Нет, не скоро. Ребенок родился через несколько лет после свадьбы. И, в принципе, ну, как сказать, я очень люблю своего сына. И, вот посмотрите. В принципе, ну, как, понимаете, то, что... Александр, через какое-то время вы, не в ущерб семье, кстати, купили мотоцикл свой первый, да? Да. Ну, это же не к женщине ушли. Почему вдруг такая ревность была со стороны жены?
Нет, дело не в ревности, а просто в расхождении некоторым. Ну, допустим, она боится, мотоциклов вообще не любит. Ну и не садилась бы. Нет, может быть, не хватало на памперсы и молоко? Я просто стал много времени проводить вне дома. Соответственно, ну, естественно, если у тебя есть, там, допустим, мотоцикл, есть друзья, то ты куда-то едешь на мотоцикл, тусоваться. А жену с собой не брали, потому что у нее потому вот эта боязнь, она, да? Ну, а во-вторых, кроме того, она же, прежде всего, мать, и у нее на тот момент там был сын, которому там... Она и занималась. И она, которым она должна заниматься. А почему она должна, а вы гулять с ним? Да. Я просто считаю, что, как сказать, то, что она на тот момент сделала свой выбор. Прикинь, он через какое-то время житья с женщиной обнаружил, что у них расхождение интересов в мотоцикле. То есть я не хотел никакого развода. А то есть супруга приняла решение разводиться. Да. Вы смотрите, жена была вашей тенью, ну, в первом случае, когда родила ребенка, занималась семьей, вы развивались, как вам хотелось, занимались своим любимым делом. А сейчас вот вы хотите девушку такую, ну не отвязную, а рисковую, чтобы любила мотоциклы, любила тату, чтобы жила с вами разделяла, одной жизнью. Разделяла, да, мои взгляды на жизнь. Потому что я считаю, что я как представитель определенного слоя общества, и я представляю собой, допустим, байкерскую культуру, культуру тату и культуру вообще рок-н-ролла в целом. Ну хорошо, а есть место вот, быть там, хорошей матерью, допустим, хорошей хозяйкой? Ну, конечно, почему нет? То есть она должна все это успевать? Любая женщина должна стать хорошей матерью. Нет, но вы предполагаете проводить жизнь в разъездах. Я себе сложно представляю ведение домашнего хозяйства успешное и маленького ребенка со всеми невзгодами и болезнями этого возраста в переезжем таком состоянии. Вы не совсем правильно сейчас как бы, но... Ну вы в биографии вашей, вы сказали, что вы хотели бы в разъездах жить. Ну мы же не цыгане, чтобы все время перемещаться. Нет, вы хотите с места на место. В Америке, я да? имею в виду то, что, допустим, можно пожить там, пожить в другой стране. Есть надежда, что он усмирится, но я боюсь, что нет. Это жизненная позиция. Есть надежда, что ваш вот этот дух бунтарский как-то немножечко усмирится, и вы заживете... Нет, надежды такой нет абсолютно. То есть вы будете до старости? А вот у вас там, что там на груди-то? На груди у меня татуировка. Во! О! А что это такое? Ну, вот здесь это сердце с пламенем. Ага. Оно обозначает, что у меня горячее сердце. А что написано? Wild heart? Огненное. Wild blood. А, wild blood. А дикая такое? Кровь. А вот дикая кровь. Ох ты ж. А, кстати, сколько стоит у вас? Я тут такую татуировку себе сделала. Да? Ой, большую-большую. Ага, не скажу, где. Да. А она у вас что-то означает? Да. Да. Сакура. О, прекрасно. Это символ Японии и да. символ вечной молодости. Да. Мне кажется, он идет с розой отсюда, а не с героиней. Да. Просто он скажет. Ну что, малыш, да. пойдем, да. перебьем. Я вижу, что она на вас влияет определенным образом, положительно. Да. Вы знаете, впала в детство. Да. Александр, скоро до татуировок дойдем. Хотите еще детей, общество? Конечно, 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 я за. А нам как вообще мужчина-то в два раза практически старше-то? Вот, да. Как папа? А, мне кажется, что вот этот человек очень молод душой, я бы с ним пообщалась. Не как папа, но вот по поводу отношений я бы действительно задумалась бы. Свет, такого не побьешь. Как раз можно бить, мне не больно. Александр, кроме того, чтобы вот исколесить весь мир с женой и с ребенком, еще что-то хотите в жизни успеть? Конечно. Творческие планы надо развивать. Я лично считаю, что как бы вот в нашем обществе не хватает... Поделитесь. Да, в нашем обществе не хватает татуированных людей. И я работаю над этим, чтобы их было больше. А зачем? Ну как зачем? Это культура такая, мировая. Вот в мире много татуировок, в России мало. Я сейчас смотрю, народ идет в клуб. Ну все, блин, голые, понимаете? Ну хотя бы, ну вы в клуб ходите, ну сделайте себе что-нибудь приличное. Без татуировок. Он хочет татуиризировать всех. Да. И он будет главный татуизатор. Светлана любит литературу. Вы читающий вообще человек? Ну, понимаете, как бы временами, так скажем. Честно скажу, что в данный момент я больше в интернете, как бы, и я смотрю в интернете татуировочные журналы, разглядываю какие-то новые татуировки, картинки. То есть я больше уделяю времени в данный момент развитию. Имеете право. Да. Имеете право. Я, в принципе, в интернете тоже смотрю, но только не татушки, а интересующий меня товар. Покажите сюрприз, пожалуйста. Откиньте на спинку стула. Расслабься. Мил, ты там что собрался делать-то? А? Я как мать тут сижу. Так, на минуточку. Смотри, человек сразу видать. Хочет залезть под юбку. А то. Вот ай. Просто не, вот не, сделан, не. Где не очень заметно.
Сейчас все быстро получится. У нас это запросто. Я тебе дам запросто. Ноги вырву. Сюрприз готов. Покажите. И посмотри, а. Спасибо большое. Ну что, братишки, проходите в свою комнату. Оттуда посмотрите на нас. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, девчонки, как вам Александр? Ну, я думаю, мы не отдадим ему разрисовывать Свету. На самом деле, это слишком. Надо подругу очаровывать. Подруга очаровывай. Смотрите, вот вы увидели первый раз мужчину взрослого. И вот на таком интимнейшем месте вы разрешили что-то там, какие-то манипуляции производить. Номер телефона. Что за отношение за такое? Ну, не знаю, я не считаю в этом ничего. Не самое интимное место. Хорошо, спасибо. Роза, как тебе жених? Да это, ты понимаешь, прям... Ну, в купальниках же мы все ходим на пляже. Деточка, ну, слушай, ну, какие-то много нормы-то должны быть, мы хорошие. Ну, вот нормы ну, есть. На тебя сейчас вся страна смотрит. У нас убытка вон на платье сколько платье стоит. Пускай убытки вернет. Не ваш человек, Вася. Очевидно, не ваш мужчин. Ему нужна очень легкая, по-настоящему отвязная женщина-фейерверк с сюрпризом, необычная, неожиданная. Она стереотип ломается. Да ну я тебя умоляю. Как ни крути, 42 года, а он хочет молодую девчонку. Для молодой девчонки есть молодые парни. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы смотри на продолжится. Оставайтесь с нами. Смотрите, давай поженимся. Я предлагаю Светлане встретиться с третьим женихом. Проходите. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я думаю, пора закончить это безобразие и поговорить, наконец, о вас и о том, что вам дорого, интересно и то, что вы любите. Можно проводить? Спасибо. Саш, этот человек назвал тебя безобразием. Здравствуйте, Дмитрий. Кто эти красавицы? Это мои подруги хорошие. О-о-о. Полина и Ксения. Давайте на вас посмотрим. Дмитрий, 25 лет. Юрист в агентстве недвижимости, гордится своей неповторимой улыбкой и родителями. Мечтает издать сборник своих стихов и получить возможность купить любовь за деньги. Признается, что ирландский кофе действует на него как сыворотка правды. Предупреждает, что ходит в кинотеатры только на авторские фильмы. Дмитрий во всем старался угождать своей возлюбленной, чтобы добиться ее расположения. Но как ни старался, был отвергнут уже после четвертого свидания. Надеется, что Светлана даст ему шанс раскрыться. Да. Авторское. Да. Ну, я люблю любое хорошее кино, в том числе и авторское. Ну, еще очень люблю старое кино, ретро-фильмы Голливуда. Ну, чё он хвастается? Вот у вас с девушкой были отношения, да? Были прекрасные. Только вот расхождение как раз, вкусовое. Ей нравилось что? Черепашка-ниндзя или что там? Бэтмен? Она, так скажем... Крик 2, что? Нет, она воспринимала кино как продукт, ну, который, если о нем много говорят, много шумихи и с большим бюджетом, собственно, это и надо смотреть. Да, вообще, если мне в кино нравится, вообще его сроду смотреть не буду. Ну, пусть бы смотрел, вам что? Я не говорю, что именно или это... Или она прямо вот надругалась над вами, над вашими чувствами эстетическими? Нет, нет, я не говорю, что наши разногласия касаются только кинопристрастий. Там были разногласия гораздо более глубокие. Например? Ну, она была немножко старше меня, ей было 29. 29 лет, и с точки зрения проведения совместного времени у нас все было замечательно. Но, к сожалению, она хотела семьи, ну, ребенка.
Ну, действительно, 29 лет имела право. Да, да. А не потому что, просто у меня другая информация, что она хотела там посмотреть Человека-паука, ну, образно говоря, я... а вы ее там на какое-то серьезное кино довели. Ну, был такой момент, просто я как сейчас помню, это фильм «Трансформеры» не так давно, вот он сейчас у нас идет. И первый... она в 29 лет захотела посмотреть «Трансформеры»? А что, я мультфильмы люблю. Вот недавно «Мадагаскар». Ну, мы сейчас не о тебе говорили, да? А вы? Вот. И я просто не спросил, а что тебя привлекает в этом фильме? Она сказала, ну как же, там такие спецэффекты, такой бюджет. Кадр. Да. Что пойдешь? Вот давайте о Светлане. Вот сидит девушка, ваша ровесница практически, на год младше. Да. И вы считаете, что у вас могут сложиться отношения? Вы знаете, чтобы говорить о каких-то дальнейших отношениях, при первой встрече, только когда я вас увидел, я понял, что вы очень добрая, в принципе. Я не знаю, почему на вас такие были нападки из-за там, мамы, из-за воспитания. Мне кажется, нападки очень... со стороны кого? Со стороны ведущих. А какие были нападки? Вот, например, вот в чем? Ну, я, может быть, вам показалось, что мы критиковали, да? Да, да. А вы что, хотели, чтобы мы ее поглаживали? Нет. Это вы поглаживаете. Короче, вы смотрели нас как авторское кино, из которого каждый делает свои выводы, какие хочет. Дмитрий, а вы хотите какую-то любовь купить за деньги? А что, так не дают просто даром за улыбку, нет? Да потому что иными путями ты достичь любви не сможешь. Мне задали вопрос, чем вы мечтаете, а для меня мечта это несбыточная, это то, к чему стремиться. И я не говорю, хочешь любовь сзади, что тебе жалко, что ли? Вы любовь в ряд с деньгами ставите. Просто вообще странно. Хочешь купить любовь за деньги. Я не говорил, что за деньги купить. Почему вы думаете, что только за деньги можно купить? Слушай, а почему у него такие понятия о любви? Купить любовь. Я даже про деньги не говорил. А почему купить? Ну, я не говорю, что у меня много денег. И я не могу конкретную сумму написать, сколько стоит любовь. Потому что это... Чувство, оно строится не из материального, а из чего-то высшего. Вот, ну... Господи, кто вам так голову заморочил? Да. Вот вы юрист, у вас нормальная профессия, а вы уже не мальчик. Скорее всего, Лариса, я просто нервничаю немножко, и поэтому... Вот нервничайте, вот когда сидит мужчина, нервничает, у него дрожат губы, у него белеют щеки. Очень жаль, что это очень подкупает. Харе вот это вот, кривляться-то. Я думаю, это раз называется. Что еще? Ну, кроме этого, уже даже, кстати, я уже не знаю, что да, сказать. То есть, вот, то есть я попала в десятку. Есть, да, это есть чуть-чуть. Я попала в десятку. Есть какие-то вопросы к Светлане? Например, вот как бы вы могли провести свой первый совместный отдых? Светлана любит путешествовать. Я тоже очень люблю путешествовать. Молодец, голос другой, смотри, пошел. Все, просто... Лариса, вы делаете... чудеса с людьми. Слушай, мне кажется, ему Лариса понравилась. Лариса вообще красавица, она так ведет здорово. Дай вам возможность спросить о самом важном, Светлана, что вас на самом деле интересует и что, как вам кажется, вот без чего не обойтись в будущем? Ну, я бы хотел задать вопрос, прежде всего, это счастливы вы ли вы сами? И вам никто не может говорить за вас, что у вас что-то плохо. Самое главное, что вы отвечаете себе, про себя спросить и ответить просто вслух. В настоящий момент времени? Да, да. Да. Замечательно. Я постараюсь это приумножить. Спасибо. Покажите сюрприз. Я бы хотел прочитать себе стихотворение моего любимого поэта Сергея Есенина. Девчонки, забирайте своего друга в свою комнату. Спасибо вам. Молодец, просто молодец. Вспоминаю тебя. Татьяна и Дарья, слушаю вас. Ну, конечно, поразил стихами. Света очень любит стихи и читать, и сама. Как бы было, конечно, сейчас очень красиво. И вроде и на фоне всех остальных он выглядит лучше, но как-то, мне кажется... Не знаю, если это... Это абсолютно Светин типаж. Я уверена, я давно ее знаю. Ее? Типаж. Ты. Тебе понравился жених? Да, понравился. Более того,
и семья хорошая. Я надеюсь, что все-таки мода на романтиков не пройдет. Это здорово, это приятно. Не все же брутальным мужчинам преобладать сейчас. Рекомендую. Спасибо. Редко вот когда, мне кажется, так складывается все, потому что вы несложная женщина, вы запутанная. И Дмитрий тоже несложный молодой человек, а замороченный. Мне кажется, вы вот те самые ребусы друг для друга, которые будет интересно вам в течение жизни копаться в этом и разгадывать. Вот знаете, вот два сапога на одну ногу. Вот вы друг для друга, я так думаю. И я бы и не мудрила уже. Не согласна, Сириса? Мужчины и раки – это сложная область человеческих отношений всегда и для него самого, и для женщины. На самом деле чувствительная и романтичная натура, но очень сложно и противоречиво ему в себе бы разобраться еще в этом возрасте. Вам, мужчина, тоже нужен геном Ньютона. Что там разбираться-то? Лариса, они зависят от собственных эмоций, от своих реакций на окружающую среду. Абсолютно все раки. Заморочиться тебе надо перестать. Да. Хотя ребусы вон будешь загадывать. Но вам, мужчина, нужен немножко другого типа. Поэтому при всей вашей внешней похожести гармоничного союза я здесь не увидела. После рекламы мы узнаем, в какую дверь постучится наша невеста. Оставайтесь с нами. А, девчонки, а ваше мнение? Дмитрий. Дмитрий, да? Дмитрий, конечно. Что ты мне сейчас скажешь, когда она зайдет? Нет, скажу все, красавица, пойдем. Потому что первый у нас был жених очень, наверное, простой для Светы. А второй, правда, очень взрослый и брутальный. И слишком брутальный, конечно. Да. А тебе как? Ну, Дмитрий, конечно. Что тут обсуждать-то, в общем-то, все оно сладится. Вы, по сути, в общем-то, он москвич. Ну, мы на вас не давим. Боже, избавь, поэтому вы все-таки слушаете себя. Ну, нет, не Александра, который, извините, прям под юбку залез просто-напросто. Вот так, может, на контрасте. Понравилось. Женщину вначале нужно завоевать, потом расположить, а потом уже, припарковать. Совершенно в точечку. А тебе кажется, кто составил бы пару? Александра уверена в этом на 100%. Пару, правда, временную, но мне кажется, что нашей героине не хватает чуть-чуть уверенности в мужчинах, уважение к мужскому началу. И мне кажется, что Александр ей был нужен бы как друг, как бойфренд на 1-2 года для того, чтобы воспитать это. Я абсолютно... Ужас, как-то безнравственно желать. Это же не собачка на 1-2 года. Почему? А разве невозможно получить очень ценный для себя опыт в каких-то кратковременных отношениях? Ну, хочется, чтобы навсегда молодой девчонке. Ну, а навсегда зачем тогда ей гулять? Ни с кем. Ларис, навсегда ни с кем. Проходите туда, кого выбрали. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 44. Юлия, 20 лет, номер 2064. Студентка. Из-за любви к еде научилась готовить. Увлекается походами по магазинам. Мечтает встретить высокого и красивого брюнета, который по-настоящему ее полюбит. Наталья, 23 года, номер 2065. Танцовщица, работает администратором, увлекается психологией, считает, что это помогает в личных отношениях. Мечтает встретить взрослого, состоявшегося мужчину, с которым сложатся романтические отношения. Мы не знаем, будет Светлана одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее решение. Светлана, очень приятно, что вы выбрали меня, и я надеюсь, у нас с вами все получится. Да ты не пожалеешь, что выбрала его. Правильная дверь. Да, правильная дверь. У нас есть пара Светлана и Дмитрий. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 44. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся.
Женщина же не резиновая игрушка, которую в дом привез. Мне нужно считаться. Ну, пусть попробует сначала мне переговорить, а потом, может быть, и у него получится. Ну, я не люблю, допустим, когда со мной спорят. А вы хотели бы, чтобы он еще и в присядку танцевал от счастья на маленькой кухне, правда? Собачек разводит, гламурные журналы читает, это не то. Кофточку повыше, брючки пониже. Меня тошнит, а что делать? Надеваю мужнин трусы с банкой пива и с сигаретой. И попробуй ко мне подойди. Вот давайте определяться, кто нужен, в одном флаконе не получите. Либо Белоснежка, либо Золушка, либо Снежная королева, либо коза. Вышла эта девушка светится, и эта девушка не светится. Она, понимаете, для того, чтобы женщина светилась, в нее что-то нужно вдохнуть. Чуть-чуть себя.